Майлз, Миха, Саня, и мы продолжаем выживать в Майнкрафте с модом на животных, и все вроде, да? Да. Сегодня наша цель — это найти деревню, по-моему, да? Ну, да. Да, если... деревню найти. А там дальше уже как дело пойдет. Скорее всего, сегодня кто-то умрет, нам... да, Мих? Нет, у меня алмазные штаны, я уже говорил, что с алмазными штанами я не победим. Ну, это мы посмотрим. Народ. Народ, мы идем под вечер. Да. И ну, еда есть. Я думаю, мы выживем. Ну, это вряд ли, конечно, но пойдем. Ну, возможно, мы выживем. А так? Так. Будет видно. Так, ну, я с собой взял на некоторые ресурсы, которые помогут нам всякую... Надо бы кирку... А, у меня кирка есть. У меня тоже кирка. У меня тоже есть. Не хочу тут брать пока уголь. А у меня все есть тоже с собой. Блин, как вы забирались тут? Оть. Вот, сразу видно, кто нубло. Потому что я, в отличие от вас, много чего тут хожу. Я просто не знал, что сказать. Надо было что сказать. Я не знал, что сказать. Я просто теперь знаю, с кем я никогда в жизни не буду играть в карту паркур какой-нибудь. Согласен, Майлз, согласен. Ну все, начинается. Так. А деревня-то далеко? Откуда я знаю? Блин, как бы мне спуститься, как бы нам спуститься, ребят? То есть мы примерно даже... Мы даже не представляем. Да. Ой. Ладно, давай, Миха, я даже на это посмотрю. Нет. Видишь? Видишь, кто паркурщик? Красавчик, красавчик. А ты не умеешь так. Давай нам путь. Я путь? А, у тебя делать... с лопата была. А, сейчас. Я она у меня где-то... Слушайте, я знаете, что подумал? Может быть, нам попробовать установить такой классненький мод на факел, который, когда в руку его вставляешь, он светит. Вроде бы... Я... Давайте попробуем потом. Мне кажется, это было бы достаточно атмосферно, с одной стороны. Есть еще мод, где можно будет сделать стол и кресло и прочее. Он совместим с этим. Это уже изыски, конечно. Опа! Смотрите, кто здесь. Кто там? Ой, сейчас мы его кучканем, это как у нас на районе. А чё у меня скайп показывает, кто в сети? Охренеть. Окей. Так тебе и надо. Пусть все знают. Я не помню, где здесь точно находилась деревня, но если она чё, вроде бы недалеко. Если чё, Вове так. Привет. Привет, Вов. Потому что он сейчас появился тут. Он не смотрит. О! Крипер, крипер! Оть. Тише. А вон свинья. Бьём свинью. Все заметили. А заодно свиньи. А я первый. Ты забрал мясо. Я забрал. Ты забрал. Все. Ого, птичка, ты смотрите какая. А там житель зомби, по-моему, или кто это? Это обычный. Обычный? Нам, конечно, следить со всех сторон, потому что они любят спавниться сзади. О, оборотень, по-моему, блин. А где Миха? Я тут, да, вот. Да, вот это оборотень, только почему он не превратился еще? О, превратился, а только нет. Сейчас, о, только сейчас. Какой-то, слушайте, он палит нас. В воду. В воду, быстро. Да пока я не вижу смысла к нему спускаться в воду. В принципе, еда пока есть. Я его сверху бью. Ой, блин, я упал. Осторожно, сзади забак. Ай, блин, не занимаюсь. Слушайте, это проблема. У меня алмазные штаны. Я должен справиться. Господи, почему это так смешно? Я не могу понять этого. Учкуем его. Какой он сложный. Охотник на монстров. Ой! Это какой-то имбовый, по-моему. Что-то какой-то прям вообще прокачанный. О, все, наконец. Йо, мне надо есть. Нам всем надо есть. Да всем надо кушать. Без еды мы не выживем. Эндер. Ладно, это был неплох, кстати, мне понравился. Что, попробуем против Эндермена? Давно не был. Иди сюда. Оно иди сюда! Ой. Так. А все начинают друг друга бить? За кем-то сзади должен быть. Он, по-моему, на меня. Вон он! Готова эта скотина. О, есть смотрите, чё? Достойный соперник. Опа. С мечом. Все. Да, сдох. Что-то он... Так, свиньи! Свиньи, да. Свиньи, такие животные. По-моему, по-моему, этот зомби был фермер. Да, он защищал свой стадо, да, но, к сожалению. Да, у него было много свиней. Здесь другие животные есть.
такие, как мы. Ну, в смысле, ой, мы и есть. Мне такое чувство, что мы деревни не найдем. Почему? Мне такое чувство, что мы не найдем. Ты свои чувства, пожалуйста. Не, просто я... А ты находил? Один раз, только с Михой. Да. Здесь, на этой карте, да, без записи. Дракон! Просто... Дракон! Дракон, где? Да, вон летает, за мной идите. Я не бежим. Вижу. Бежим за Михой. Вон он, да, слушайте. Давайте его согреем. Ты что, с ума сошел? А, это лошадь какая? Это Пегас, по-моему, вообще. Это лошадь. Ё, слушайте, а может его можно приручить и как бы ездить на нем летать? Не знаю, а он вообще на нас атакуется? А он нас не атакует. Ё! Мясник. Били. А что за мясо? Что с него выпало? Боже, сырая свинья. Блин! Твою же налево. Блин, ссаные криперы, вот почему? Вот я лично залез в инвентарь. Я тоже в инвентарь залез, искал что ты это, и тут, раз. Вот они знают, когда им надо появляться. Кстати, после переноса Майлза карты, вообще, какие-то лаги я не замечаю. Я тоже не замечаю. По-моему, там еще один этот, как оборотень, или это зомби. А, это зомби вдалеке. Знаете, я бы не стал рисковать с еще одним оборотнем встречаться, потому что как бы что-то они серьезные ребята. Да я не заметил, что они серьезные, потому что у него алмазные штаны. Да ты совершенно. Штаны не помогут вообще. Почему? Опа. Штаны не помогут в одном случае, против фентов, если они меня подкинут. Высоко. Да, это мы помним. Давайте идемте сюда пока. А что это такое впереди? Это тролль, блин. Там, по-моему, впереди тролль. С троллями как-то не хочется. То у нас за тролли. Хочется наконец-то. Тролька. О! Ведьма! Вижу ведьму. Да нет, еда нужна. А ведьму можно съесть. Опа-на. Что мы о тебе не знали? Тролль большой ходит. Ой, что-то у меня текстуры появляются прям. У меня тоже иногда. Это нормально. О, Майлз пока тушь решил, да? Ну, чуть-чуть, чтобы нам факелы потом погнали, украсть. Погнали. У меня есть факелы, если что. Ну, у меня тоже сейчас будут. Ты что ж, да. Текстура у меня какая-то херня. Мне кажется, а может за этой горой есть деревня? А, давай глянем, сходим. Там вообще что-то в воздухе летает. Где? Опять это? Вот. Вижу, пошлите куда-нибудь. Мне кажется, мы зря убили эту лошадь летающую. А мне кажется, нет. А мало ли чего? Можно она, было скорее приручить. Всего, выжидала момент, чтобы напасть. Это что такое? Это что такое? Это что такое ходит? Это чё? Это что-то новое. Бля, смотри на него, это... Ой, мы его убили. А мне отравили. Чё за хрень ходила? Она кустами бросала. Пожалуй, тебе стоит пока это... защищать нам друга нашего. Я пытаюсь тут забить на него. Да он выживет? Ну, не знаю. Я думаю, доктор. Два сердечка. Одно сердечко. Оно не убивает обычно. Ой, все. Блин, надо было золотое яблоко на всякий случай взять. Ешь. Кушай. У меня есть жемчуг эндера, кстати. О, отлично. Есть еда еще. Еда у меня есть еще, да. Но, если честно, у меня остался только хлеб. А. На мясо. Где ты? Зомбак, у меня восстанавливается хп, сейчас. Миха, давай. Заодно свет пока. Так, я положу пока свинину. А, да. Да, кидайте всю туда. Я добыл немножко. Может, лучше с утра пойти? Так, светло? Как? Да подождем. Опа, смотри, какая-то компания, а. Два скелета. А я с ними справлюсь, потому что у меня есть штаны. Пошел. Да. Ой, я сейчас умру. Извини, Саня, лучше не. Ой, помогите! Ай! Вы серьезно? А как? Подожди! Их там трое стояло, придурок. Их не трое. Там трое. Вы это. Координаты. Может ты мне по. Все ясно. Хотя, не, ну было написано, что ты застрелен скелетом, чувак. Ну ты мне попал. Так. Один раз, и по-моему в Саню, не в тебя. Нет, в меня. Какие координаты какие? Вещи. Так, координаты сказали тебе? Нет. Я спрашиваю, какие координаты. X 160, Z 820. X 160, окей.
Окей. А высота 80. Ну, это не важно, в принципе. Опа. Что там взрывается? Саня, там не это сам. Огненный ходит. Сколько зет? Еще раз. Секунду. 826. О, да. Пацаны, эти скелеты, какие же вы противные животные, однако. Да, мы пока будем держать оборону тут около нашей печки. Да. Заодно еды сейчас мы намутим. Пока. Так, я добавлю угля. Ну, в принципе, мы справились. День уже. Ты, я думаю, доберешься. Я вижу дракона, кстати, через непрогруженную текстуру. Это, ну, это опять, наверное, то. А, я тоже вижу. Ну, точнее, не дракона. И еще что-то там с ним рядом. Похоже на лошадь. Скелет. Знаете, как всадник апокалипсиса. Все, я медленно и тихонько двигаюсь к вам. Курс направлен. Слушайте, это очень странно. Так, если они про... вещи подобрал твои, Миха. Ага. Она пропала. Слушайте, значит, это ночное существо, вот эта лошадь на крыльях. То есть ее только ночью можно встретить. Всем так интересно, да? Да? Да. Сволочи. Я это запомнил. Ну я помню, что деревня недалеко от дома была вообще. А чё ж мы уперлись так далеко? Охрен его знает. Ну, ясно. Мы потом... Блин, надо было Михе запомнить координаты дома, когда он был, блин. У меня фотка есть с координатами. В смысле, я недалеко ушел, я вижу дом еще. Или чё, или вы домой пойдете? Что такой медленный, давай иди сюда. Нет, да вы чё-таки, я вас проснулся из-за того, что Саня говорил про дом чё-то. Ой, давай. Он на самом деле не шел, он просто ждал, пока мы придем. Нет. Да, он скорее всего сидел, там чаек пил. Да? Пищу доедал последнюю, что там осталось. Конечно, я ж потребитель. Еще какой. Штаны там свои алмазные, плакал, наверное, подушку неделю. Конечно, они меня не спасли. О, какие почему-то тут гости. Чем они тебя спасли? Почему они не спасли его, штаны мои? Кстати, что я говорил в начале серии? Чего? Я не слышал. Саня, ты где? Я тебя не вижу. Ой, я тебя слышу, но... Ой, так, тут тоже крипер. Господи, как же далеко мы уперлись от дома. Знаешь, почему? Почему? Потому что это все ты со своими деревнями, Миха. Да и да, все, давай на меня. Штаны мои, это мое. Утки мои. Майлз, если что, я возле печки. Ага, я понял, я увидел тебя. Майлз, если что, я около горы. Не, хорошо. Так, ну еды у нас теперь достаточно, 25, и еще 12 жарится, так что ты придешь покушать, сразу можешь. О, прям к накрытому столу. Да. Мы же тебя ждем, нам же некуда торопиться, да? Да. Я уже дошел до XXX0 уже. Мне вот интересно, вот насколько серий нас хватит? Насколько серий нас хватит? Х минус 170? Минус 170. Как? Минус 178. Миха, походу, в плюс пошел. Я в плюсе думал, что он. Ты же говорили в минус. Беги в минус. Может его на встречу, Майлз? Майлз, может его на встречу? Иди, я тут буду, я вас буду здесь ждать. Да не, одному я не хочу идти. Он еще сдохнет со своими штанами. Все, началось. Но я же x минус 52, 53 и z 718 миллионов, здесь еще прибавляется z, а x минус. И тить. Мне осталось минус 100. До вас. Давай, мы тебя пока подождем. Нам тут есть чем заняться. Я? Конечно. Думаю, да, там у вас очень весело. Да. Конечно. О, я вижу, Оно, привет. Здорово. Так, я не буду... Да, я вижу, что ты с мечом ходишь, я сейчас бить тебя буду, я знаю. Сейчас тебя ударю, а ты меня убьешь. Да пойдем, ладно, не буду я тебя бить, ты же мой друг. Ну да. Знаю тебя, знаю. И если я буду подходить сзади с ножом, то ты помнишь, что я твой друг. Так. Не соблагоизволите ли бы вы, дорогой Саня, отдать мне кое-что? Не соблагоизволите, господи. Это да.
Держи железный меч, что тебе еще? Еще один еще каменный меч и какой-то там валялся. Покушать мне. Так, если кому-то что-то надо скрафтить. У меня два обсидиана. Кирка, кстати, у меня была. Какая у тебя кирка была? И каменная вроде бы. Две штуки, если я не ошибаюсь. Вот. Все. Да, конечно. Ладно. Ну ладно, пойдет. Пока что. Майлз, у меня есть еще еда, все. Держи. Давай, скидывай что-нибудь. 17 это неплохо, мне нравится. Так, уголь я забираю. Все, отсюда мы уже уходим, да? Да, мы уходим уже. А, держи тогда, раз у тебя уголь стоит, держи. Держи. Давай. Пошлите. Ладно, у нас получается очень продуктивные 15 минут. Идемте сюда, давайте в этот раз пошлите в эту сторону. У меня... Два обсидиана, почему? Откуда они взялись вообще? Когда мы строили портал, у нас у тебя лишака было. Не-не-не-не, у меня не было. Было, и у меня тоже не было, кстати, обсидиана. Я не знаю. Я когда бежал сюда с вами гулять. Возможно, это из какого-то монстра выпало, может из этого Вервульфа. Кстати, да. Да-да-да-да-да, я только хотел сказать, он же был огненный какой-то непонятный, лавовый. А, Майлз у нас тут. Я пока что... Вот так вот сделаю. Не, ну я просто это чуть-чуть, чтобы нам иногда хватало хотя бы осветить печкой себе. Сделать приятный вечерок у костра. Так, только у меня не потеряйте где-то, а я понял. Давайте наверх это залезем. Да. Надо осветить. Ой, блин, да, придурок. Я ж бил стену, не тебя. Офигеть. Я же, говорит, бил стену. Все мы знаем, кого ты бил. Сделал меня, убил, короче, все, Миха, теперь. Ну давайте все опять. Ну все на меня сегодня гонит. Будто бы я виноват, но все. Сегодня назовем серию про проблемы. Мини-домик! Мини-домик! Где? Какой-то. А! Пойдемте к людям. Вон! Домик! Сань, помнишь? Домик. Мини-домик. Вон, там какой-то домик. Майлз, смотри, мини-домик. А! Где-то я его видел. А это не первый ли наш пункт? Это первый наш пункт. Просто все очень весело пошутили по поводу мини-домика. Мини-домик. Так, может там что-нибудь осталось, кстати? Ну, факел я вижу точно. О, я помню, возле недалеко вот этого мини-домика где-то деревня толщина. Да, мы еще тут как раз его проходили. Чего? А и... что это с ним? Да. По-моему, кто-то взорвался. Или, возможно, здесь просто как-то заспанился какое-нибудь животное. Этот тролль. Тролль. Да, вот он. Так, что-то осталось. Печка, я заберу. Стоп. Так, какой стороны? Вроде бы вот этот. Вот тут, куда-то в ту сторону ты идешь, да, примерно. Ну, только, мне кажется, чуть наискось, по-моему, или нет. Слушайте, я предлагаю деревню не ломать. Конечно, нет. Мы обкрадем немножко жителей. Тише. Где же деревня? Быть. Где-то рядом, прям вообще. Или впереди была. Она очень рядом где-то. Давайте пошлите вот. А вот это что, глазка? Это гриб там что ли растет? Гриб. Ладно, давайте в эту сторону пошлите. Чисто вот это вот так. Не, вот. Ну рано или поздно мы должны наткнуться на нее. Привет, я согласен. Ух! Ух! Чё творишь-то? Самоубийца. Я спрыгнул по Сашиному маршруту, и у меня все нормально было. А я вообще, как самый умный человек, аккуратненько спустился. Так даже я ни тоже. Разу не ударился. Ну, блин, один раз ударился, ну ладно. Кто упал? Хочу. Так. Так, надо покушать, а то меня мало ли ударит кто-нибудь, какой-нибудь друг. Знаю я таких друзей. Где вы? А вот вы. Пошли. Вот. Не знаю, так, блин, вот интересно, найдем ли мы эту деревню? Хотелось бы. Интрига серии. Найдут ли они деревню? Или просто. Встретятся ли они с жителями? Хватаю. А нам нечем торговаться, кстати. Какой-то лес. Изумрудов много дома. Дома, но не здесь. Но а мы координаты запомним. В этой так, деревне. Здесь да. Ничего нет. Давайте наверх. Давайте наверх. Или мы потеряли. Походу все потеряно. Может они сломали деревню и ушли? Они, может, кочевники?
Ага. Самый главный психанул такой. Говорит, ну нахер. И устал. А, кстати, блин, мод пока что никакой не поставишь, наверное, такой глобальный, потому что если поставишь, то надо всю карту пересоздавать. Почему? Не, некоторые моды. Надо карту иногда пересоздавать. Чтобы там что-то добавлялось. Вроде бы здесь вообще ничего. Почему здесь ничего нет? Блин. Может, вперед пойдем? Или назад пошлите? Я не знаю. Пойдем. Вообще, нам надо примерно понять. Куда идти. Ну пойдемте вперед, че. Раз уже начали идти вперед, давайте продолжим вперед. Да, рано или поздно наткнемся на что-нибудь. Либо это нас убьет, либо покормит там, я не знаю. Приюти. Ай. Кто-то упал. Угадай, кто. Я. Куркурмастер. Нет, я упал случайно. Меня Саня подтолкнул. Меня Саня. Давай, Майлз, тогда спустимся. Меня. Я не хочу спускаться. Меня просто Саня подтолкнул. Да, я впереди. Я вообще не мог упасть. Это невозможно. Ага, да. Помните, как энд. О! Слышно скелетов слышно. Там уж темнее, конечно, слышно. О, может где-то за той, может, деревня. Вот, кстати, ночью их найти намного реальнее, чем днем, потому что у них же свет горит, там факелы всякие. Да. Плюс зомби-жители ходят. Такой близко прямо из деревни. Да, обычно. Какой звук, о. Приятный, мне понравился. Я помню, когда первый раз играл в Майнкрафт, ну, когда только начали вводить подобные звуки, я помню, залез в пещеру, услышал и чуть не откекался весь. Это было просто очень неожиданно для этой игры. Ну, по крайней мере, для меня. И, в общем, да. Ну, вообще-то нет. Так, не знаю. Так, тут кто-то был, да? Или это лава так светит? Это лава, наверное. Лава так светит, ух, ё. Я думал, у меня кто-то сейчас ударит, я бы его убил бы сразу потом. Кто? Такого не может быть никогда. Да, конечно, рассказывай мне тут байки свои. Мы все дружные, веселые, жизнерадостные. Да, это слышно по нашим голосам. Жизнерадостно играем. Там лава светит, там это лава светится. Так, ау! Кто бьет меня по попе? Ау. О, енот! Смотри, может там впереди? Нет, ну это слишком ярко для деревни. Скорее всего, это лава. В пустыне будет, а в пустыне что будет у нас часто? Змеи. Пустынные кактусы еще там есть. Деревня может быть. И деревня, да. А, деревня проще, как в пустыне найти, да. Это что-то новое, ребят, смотрите. Волки. И этот мелкий козел, это зомби мелкий, меня не ненавижу. Волки я атакуют! А! Это что за звуки такие были? Это волк позвал друзей, скорее всего. А вон его друг. Вот он. Так, он немножко заглючил у меня, но ничего. Енот. Не тронь енота. Я хочу что-нибудь из него сделать. Тролль, осторожно, там тролль. А давайте его в лаву за это. Загоним? Да. Загоним? Я думаю, он не глупый. Их. А, он один. Не, я скелет. Могу, знаете. Народ, два скелета, ай! Где? Осторожно. Ой, блин, там эндермен еще. Так, я иду на помощь. Ну, эндермен это ладно. Эндермена зацепил. Но это была плохая идея. Ать, блин! Тихо, надо есть! Я чай опять подохну, и будет очень плохо. Тихо, надо есть. Так, ну все пока хорошо. Какой он уродливый, да? Зелёный. Жиробасина, смотри на эту каю. А смотрите, что я умею. А он сейчас сагрится, не? Нет, он тупой. Ой, сзади, кто Саня? А! Кто сзади? Я никого не знаю. Я стреляю по троллю. О, опять лошадь летает. Я его убил. Я попал по лошади случайно, ребята, извините. Она такая черная на фоне неба. Ой, она кусается. Похоже, что с тролля обсидиан падает. У меня теперь их 4. Это можно было обсидиан не добывать, можно было троллей поубивать.
Ну, это для ленивых. Мы же не такие, да? Да, нам надо залезть в лаву, да? Поплавать в ней. Ага. Потом, а потом уже только вот мы уже... Уже чувствуем себя... важным человеком. Людей. Сюда, сюда, лошадь, 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 лошадь. Чё мы все время убиваем? Она просто летает. Как трудно... Пауки сзади лучше поубив это. О, спасите! Зомби на лошади. Ты смотри, это скотина оседлана. А летает, смотри, он летает. Долетался, да? Ага. Мелкий бес. А осторожно, волк. Волк осторожно, черный. Волк. Он будет атаковать? Да. У него красные глазища, он такой страшный. Пипец, да мы просто гроза этих монстрюк, мы их просто насилуем. Сзади, осторожно, сзади! Трое! Я их обхожу. Блин. Так, одного я сниму. Так, минус один. Минус второй. Еще один. Крипер. 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 Скотина криперная. Но все в порядке. Мы даже лучше выживаем, чем в предыдущих ночах. Блин, вообще ладно. Да это мы, просто прокачались мы. До третьего уровня. Нет, я в смысле лага, нет, наконец-то. А, вообще ну это да. Это да, это да. Деревня не может. Крипер, быть, крипер, это... ой-ой-ой. Впадло, и не взорвался, да? Когда надо, он не взрывается. Ну по-любому же где должна быть деревня. Ну конечно. Не может быть такого, чтобы не было деревни. Да он задолбал. Кто задолбал? О, лук! Лук выпал. Енот! Так, где Майлз? Где Майлз? Я тут, а я внизу. А кто сегодня... это там стоит? Кто это? Не знаю. Корова. Тут... А, корова. У меня сегодня охота на енотов. А я хочу говядинки сегодня покушать. Погнали. Енот, я спасу тебя. Тебе нельзя, ты буддист. Не дам убить тебя. Какому-то Михе. Нарисовался. Е... О! Чё? Блин, надо есть еду. Так, ну я пока вы не где? Наблюдаю. Где? Мы здесь. Отлично, а где здесь? В Майнкрафте. Я лично на берегу. Так и я тоже. Я вижу Майлза, я вижу Майлза. Отлично. Смотри, иди по Z1195. Z1195? Да. Охренеть вы, меня бросили, конечно. Ау! Нет. Извини. Охренеть, говорит, вы меня бросили. Это ты побежал не туда. Это ты нас бросил. Я вообще никуда не убежал, я просто на месте стоял, еще там по дереву лез зачем-то. Ты кинул нас, как ты смел вообще. Так, я тебя не вижу. Так, где Майлз? Где Майлз? Вон, вижу. Я к берегу пришел, а вот. Вот мы и нашлись, а ты переживал. И нам надо... Здесь деревни не будет. Заканчивай серию. Давайте закончим. Майлз? Давайте, закончим. Давай. Что, Майлз? Ну ты начинай. Ты заканчивайте. Всем пока. Пока. Какое у тебя стрёмное прощание. Ну ладно. Всем пока. А как я должен был прощаться? Там ставьте лайки, там оставляйте комментарии. Подписывайтесь. Ну, в общем, ребят, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вот. Подписывайтесь на наши каналы. Вот. И желательно рекомендуйте видео друзьям. И конечно. Как бы всем пока. Играйте в хорошие игры.